их так много, что практически, я думаю, что если машины сейчас начнут тормозить резко, то мы... может получиться очень скользко. Потому что на дороге уже полосы из этих комок. Просто полосы. Хорошо видно в контровом свете. Стоит дымка из мелких насекомых. И вот они все падают на асфальт. Ой. Насекомых. 13 сентября.